Так себе. Руку отдайся. Сюда. Так. Сюда. Это сюда. Большим пальцем там. Вот здесь большим пальцем держишься. Так, вот так вот? Да. Тросик. Что, угорай, что ли? Вон так. Левый. Так. Все, так руку и держим, пока мы не взлетим, хорошо? Угу. И левую тоже под карабином держим. Так, а куда мне палец большой? Вот в эту петлю? Нет, нет, ни в коем случае. Ага. Вот, просто лямочку взяли. А, да, лямочку, да? Все, и держим. Ага. Камера уже снимает. Я понял. Можно там кто-нибудь приветствует сказать. Да нет. Потом сами посмотрите на... Запись уже идет, да, Маш? Да. Здесь тоже держим и так. Угу. Промыслы немножко на взлете вот так прижмут, потом они освободят. Ага, понял. Посмотрите вот туда вот. На меня посмотрите. Красивенькое лицо. Я не понял. Кислую улыбку сделали. Сейчас. Давайте еще так. Руки в сторону. Миша, мне тоже в сторону? Да, одну сделай. Пилот. Супер. Так. Так, на ту сторону. Тандем тяжелый. Пошел, пошел. Все убегаем в стороны. Ой, ёлы-палы, ёлы-палы. Дмитрий, тандем тяжелый, на старте штиль, закоп, пошел-пошел. Надо пробежаться, Миш, по команде. Ага. Сейчас тросик натянется, ага. По моей команде побежим вперед, хорошо? Понял, понял. Только вперед меня не убегаем. Понял. А вас как зовут? Дмитрий. Дмитрий, да, я что-то уже не помню, вы представились мне. Переволновался. Смотрим вперед, с одной ноги не надо. Ага, понял. Серега, Серега. Ага. Побежали. Побежали, побежали. Не садимся. Бежим, бежим, бежим. Еще бежим. Очень круто. Реконструкцию, посмотрите, дороги делают. Ага, вижу. Машинки бегают. На самом деле для меня это сюрприз, я не знал, для чего меня ведут. Типа поехали, поехали. За час. Ну понятно. Вот этот населенный пункт, как называется? Я, честно говоря, не знаю, я вот дальше не... Видино. Ага. А там Черепыкино вот дальше. Очень хороший психолог.
все, уже успокоили. Ну все, все, все. Ногами поболтали, просто поболтали. Вот, все, отлично. Только без трюков, без трюков. Без трюков, вот, мы просто вернемся. А сколько вы таких заходов делаете за день? Да, по-разному бывает. Сегодня, наверное, около 30. Слушайте, обалдеть. Это вы всю жизнь занимаетесь этим? Да. Вы до вас служили? Нет, в авиации служил. А чем именно занимались? Боевой пилот. А я вот в аэропорту работаю. А я на Су-24 летал. Ну не знаю, мне бы вот на самом деле... В аэропорту работаете, а высоты боитесь? Да. Да ладно. Да, но я на самом деле просто... Ну, господи. Да все спокойно. Ну да. А сейчас какая высота? Сейчас 130 метров. Ага. Ну вот, ну, это, вот это комфортное для меня высота. Комфортное? Комфортное? Да. Так вот, нормально. Оп, нормально. О, не-не-не. Не-не-не, Дмитрий, все, давай сюда. О, не-не-не, все, я уже закрываю глаза, да. Ох, круто, прям мне очень понравилось. Да я ничего не делал, мы просто взлетели и садимся. А сколько пилотом отлетали? Пилотом 26 лет. А в гражданской авиации? Нет, только в боевой. Какие-нибудь инструкции при приземлении? А, свешиваем ножки, просто свешиваем ножки. Вот так, свешиваем ножки, встаем, встаем, свешиваем ножки. И бежим, да? Ага. Еще свешиваем ножки, свешиваем. Не надо камеры болтать. Пардон? Еще свешиваем ножки туда, не надо бежать. Просто ножки свешиваем. Вот так? Да. Вот. Еще не надо бежать, просто поставили ножки. Еще плечки вперед. Ага. Понял. Встали. Ну, кто это встал у меня так? Встали. Стоп. Сидим. Теперь сидим. Тихонько сидим. Ага, понял. Ага, все, сел. Мне очень круто, это очень круто. Блин, ну вот, сними, чтобы не задушить его там. И камеру выключите там. Ничего страшного?